Жители столичного района Кристины, которые проживают на улицах Винди и Тедре, ждали ремонта своих улиц уже несколько десятилетий. Когда-то это были маленькие тихие улочки, но в последние годы проблемы парковки, освещения и наличия тротуаров для пешеходов, что называется, приобрели особую актуальность. Жильцы многоквартирных домов на улице Винди уже давно жаловались на то, что утром и вечером, когда люди отвозят и забирают своих детей из местного детского сада, вся улица оказывается забитой машинами. В результате пешеходы для того, чтобы дойти до нужного места, приходится выходить на проезжую часть и рисковать своей жизнью. Сегодня же вечером мэр столицы встретился и с представителями квартирных товариществ улицы Винди для детального ознакомления с проблемами. Проблема товариществ в данном случае она совпадает с проблемой дороги. То есть основная проблема этих товариществ – это именно дорога, также тротуары, также освещение и парковка. Ремонт дороги на улице Тедре уже сейчас идет полным ходом и будет завершен в следующем году. После этого начнется реконструкция улицы Винди. Здесь планируется провести масштабные работы по прокладке новой канализации, асфальтированию дороги. Особое внимание будет уделено освещению улицы и строительству пешеходных тротуаров. Все эти меры позволят сделать улицу Винди более безопасной, ведь она находится в глубине района. Я постараюсь ежемесячно быть в районах. В прошлом месяце я был в Хабарсте. Я там неделю здесь Кристина, после этого в центральном городе. Я сказал бы так, что за год можно рассматривать и принимать решения по всем районам города. Очевидно, что в столице насчитывается еще много дорог в различных районах, которые находятся в весьма плачевном состоянии и требуют основательного ремонта. Также очевидно, что и сами жильцы должны более активно указывать представителям местных самоуправлений на проблемные участки. Ведь только диалог и конструктивное сотрудничество позволят решить подобные проблемы. А то внимание, которое уделяет их решению столичный мэр, может стать примером для руководителей всех муниципальных органов власти. Мария Юферева, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.